течение часа пассажиры Анапского железнодорожного вокзала могли получить ответы на интересующие вопросы, обратиться с жалобами или предложениями. Те, кто лично не решили задать вопрос руководству транспортной полиции Анапы, оставили письменные обращения в ящике безопасности. Волонтеры раздали пассажирам листовки с напоминаниями о правилах личной и имущественной безопасности. Статус федерального детского курорта обязывает постоянно повышать уровень безопасности, поэтому с каждым годом железнодорожный вокзал Анапа преображается не только внешне, но и с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров. Ежедневно сотрудники транспортной полиции и кинолог с собакой несут здесь службу. 3 года подряд проводится эта акция. Значит, в этом году мы можем с гордостью сказать, что у нас открылся новый комплекс, досмотровый павильон. Это огромный плюс. Есть, конечно, у нас недовольные пассажиры, которые не нравится сам порядок досмотра, но это их безопасность. Основная цель акции – установить двусторонний диалог между гражданами и транспортной полицией, проинформировать пассажиров о возможности напрямую обратиться к руководителям с вопросами и предложениями. Пассажиры отмечают хороший уровень обеспечения безопасности на железнодорожном вокзале. Узнал, насколько у нас защищен город. И все это видно наглядно, что у нас усилена охрана, и пусть люди едут, не боятся. В любом случае, отдых будет прекрасен. На достигнутом уровне безопасности пассажиров руководство железнодорожного вокзала Анапа и транспортная полиция останавливаться не собираются, ведь безопасность людей – самая главная задача. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа регион.